Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на видео распаковка посылочки с AliExpress. Хочу с вами поделиться, что же мы такое купили для наших щеночков. Сегодня у нас помощники Егорка и Розочка. Они будут у нас проверять, что же самое-самое лучшее. Первый — это коврик. Коврик из пазл. Сами пазлики, так называемые квадратики, 30 на 30 сантиметров. Они невероятно мягкие на ощупь, плюшевые, очень приятные. Собираются очень легко. Цветов их много разных. Ну вот мы выбрали такой вот фиолетовый, бирюзовый. Еще у нас будет розовенький и светло-розовый. Коврик получился очень удобный, мобильный. Нашим собачкам очень понравился. Еще к нам приехал такой замечательный лежачок. Он такой тоже мягкий, плюшевый. Очень мы боялись, что щеночки начнут выдирать вот такие вот ниточки. Долго это останавливало нас от покупки этого лежачка. Но нет, тест пройден на отлично. Вот еще у нас такой домик будет желтенький в горошек. В подарочек нам положили брелочек. Домик оказался хорошего большого размера. Мы такие домики любим. Так как щеночки очень любят забираться все на одно место. Щенкам очень интересно все новое. Все как у наших человеческих деток. Им все-все любопытно. Ну вот он так был сильно-сильно сложен. Я думаю, что расправится со временем. Еще один у нас домик. Голубенький. Тоже хорошего размера. Вместительный. Домики очень мягкие на ощупь. Очень приятные. Ну, как вы видите, щеночкам они тоже очень понравились. Испытатели? Где испытатели? Подожди, то еще не испытали. Красота. 5 с плюсом ставим лежачку нашему. У щенков эмоции зашкаливают. Все интересно. Чудо. Также еще сегодня хочу показать игрушечки, которые уже любят играть наши щеночки. Это наши вот такие вот пустышечки. Щенки их особенно любят, хотя эти два щеночка как-то уже на них и не среагировали. Видимо, уже привыкли к ним, и интереса такого у них нет к ним. Еще у нас много-много мягких игрушек. Уже второй раз мы заказываем вот такое мороженое. Мягкая игрушечка, внутри пищалка. Хотя эта пищалочка сразу не подвластна щенкам. Но вот этот хвостик всегда представляет интерес для щенков. Игрушечка такая вот хорошо игручая. Пончик тоже самый, он с пищалочкой. Щенки его очень любят. То же самое мы заказываем уже не первый раз. Также мягкая игрушечка звездочка с пищалочкой. Она легкая, мягкая.
очень приятная. Такой цыпленочек на ножке. Тоже самая мягкая, приятная игрушка. Пищалочка есть. Ну, то, что нам и нужно. Щенкам это всегда интересно. Еще одна интересная игрушка. Это лягушка с канатиком. Замечательный такой диаметр кольца, он безопасный, тоже с пищалочкой. Щенкам интересно с такой игрушкой играть. Вот сейчас обезьянка на палочке. Пока это самая любимая наша игрушка. У нее пищалка составляет практически всю игрушку, то есть весь этот столбик это пищит. За счет этого щенкам всегда интересно, потому что они способны этой пищалочкой, так скажем, попищать. А это всегда интересно. Ой, радости сколько, боже мой. Боже, счастье сколько. Ну, еще один пончик. Мы их очень любим. И наши щеночки также. Еще мы решили заказать стаканчик мыть ножки. Погода стоит теплая с одной стороны, в то же время приходим с грязными лапками. И уже решили, что нам такой стаканчик необходим. Будем пробовать, будем тестировать. Все вам расскажем. На первый взгляд большеват стаканчик. Кажется, что он прям на пол щеночка нашего. К сожалению, размеры на Алиэкспресс не всегда совпадают с реальностью. Ну, в нашем случае стаканчик нам понравился. Он весь разбирается, все снимается. Удобно его помыть. Это немаловажно. Вот, коробочка понравилась, наверное, больше всего. Все как дети. Самая хорошая игрушка. Что называется, ребенок обыкновенный. Ну, сейчас как раз Егорке попробуем. Как раз лапка вмещается. Вот эти резиночки хорошо достают до лапки. А значит, когда мы нальем туда водички, лапы помоются хорошо. Еды там нет. Вот еще один наш любимый лежачок. Он у нас уже третий. Единственное его, с одной стороны, минус то, что не вытаскивается вот эта внутренняя подушечка. В то же время для щенков, наверное, это лучший вариант, потому что она очень хорошо стирается, меньше грязи под подушкой собирается, потому что щеночки все несут к себе в лежачок. Еду, все, что найдут на своем пути. И под подушку очень часто всякое разно собирается. Так вот, в этом лежачке такого не происходит. Малыши довольны, с хорошим настроением. Обновки очень любят. Под видео будут размещены ссылочки на Алиэкспресс на все товары, которые сегодня мы показали на видео.
Ну вот, наверное, и все, что я хотела вам сегодня показать. Мне очень интересно, а какими товарами с AliExpress пользуетесь вы для своих питомцев? Пишите, пожалуйста, под комментариями. Всего вам доброго!